Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Всех поздравляю с новым 2020 годом. Желаю всем счастья, здоровья и всего самого лучшего. Итак, пацаны, сегодня у нас первое видео в этом году. Давайте постараемся здесь набрать реально много лайков. Давайте хотя бы постараемся набрать на этом видео 100 лайков. Сегодня я вам покажу квест, который добавили перед Новым годом. Его добавили 31 числа, но так как был Новый год, как бы я вообще не играл, как бы гулял там, отдыхал и так далее. Ну, я уже нагулялся, вернулся, поэтому серия будет выходить каждый день, пацаны. Также вышел новый лаунчер, довольно-таки симпатичный. Я хотел включить снег через старый лаунчер, но у меня нету кнопки NumLock, поэтому у кого тоже нету кнопки NumLock на клавиатуре, то всем советую скачать новый лаунчер, в котором есть и самп, и КРМП, и там можно через настройки просто включить, получается, снег. Поэтому, пацаны, всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, я добрался, получается, данный квест у нас находится возле башни Останкино, то есть в Южном. И здесь у нас находится, получается, квестовый персонаж, у которого нам нужно брать задания, чтобы их выполнять. Поэтому сейчас мы к нему подходим, здесь у нас сейчас приветствие будет, и давайте посмотрим, какие есть задания. Так, снегопад, новогодняя гирлянда, праздник нам приходит, зимний хруст, письма детишек. Ну, в принципе, такие задания, я думаю, простенькие будут. Так, снегопад. Для выполнения задания необходимо 5 раз очистить снег. Награда для XP 2000 рублей, 300 законов. Хорошо. Нам дается, получается, лопата, и нам нужно вот такой вот снег просто подходить, как бы убирать с помощью альта. Здесь вообще ничего сложного нет, тут квесты такие лайтовенькие, в принципе. Я думаю, вы с ними легко справитесь. Все, я успешно, получается, почистил снег. Теперь мы можем вернуться и закончить наше задание, и тем самым просто получить награду. Поэтому к Дедушку Морозу подбежим сейчас, короче, и все. Мы получили свою награду. Так, следующее задание. Для выполнения задания необходимо найти 5 лампочек по городу Южного. Награда 1000 рублей и 300 законов. Хорошо, берем задание. Лампочки у нас выглядят именно вот таким вот образом. Они вот такие вот синенькие. И они разбросаны по всему Южному. И нам нужно найти 5 штук именно. Кстати, еще добавили такой новогодний маппинг, такой снежочек, подарочки. Ну и вообще добавили зимний модпак. Но новых машин, по-моему, не добавили, а вот зиму просто добавили. Еще всякие подарочки есть на карте, которые разбросаны. Кстати, вон один из них. Я не знаю, что там дается. Давайте сейчас попробуем его взять. Они спавнятся каждый раз. Так, у вас уже 278 подарков. Я не знаю, это много или нет, но потом попробуем что-то с ними сделать, короче. Так, вот еще одна, получается, одна лампочка во дворе есть. И вон там я вижу, по-моему, еще одну лампочку. Ну, короче, они где-то вот здесь рядом все находятся. Я думаю, их можно легко, в принципе, найти. Их, короче, много раз можно брать, поэтому не обязательно бегать по всему Южному и собирать эти лампочки. Все, возвращаемся обратно к Деду Морозу. Так, вот, задание я выполнил. Все, получаем нашу награду. Следующее задание. Для выполнения задания необходимо разнести подарки по домам жителям штата. Хорошо, у нас как раз есть вертолет. Так, награда 5000 рублей и 19 зайкоинов. Так, вот у нас получается первый дом. Только надо как-то приземлиться так, чтобы мы не разбились. Так, давайте глушим наш вертолетик. И просто нам нужно, получается, вот по этим меткам летать. Или ебо ездить, в принципе, кому-то как удобно. Так, вот у нас получается следующее место. Оно находится уже в Арзамасе. Ну, сложного здесь ничего нету. Просто либо вы будете летать на вертолете, либо перебиваться на машине, кому как удобно. Так, все, мы подарочек получили. Получается, дали, и нужно лететь дальше. Я думаю, не вижу смысла показывать все точки, поэтому увидимся уже возле Деда Мороза. Все, пацаны, наконец-то добрался. Там было очень много квартир, в которые нужно было положить подарки. Поэтому я вас предупреждаю, что вам придется немножко попотеть. Поэтому, так, все, выполняем задание. Так, зимний хруст. Это задание необходимо купить коробку конфет в магазин 24/7 и отвезти их жене Валеры. Так, все, я нашел ближайшие 24/7. И сейчас мы зайдем, купим конфетки, получается. Они продаются не там, где все товары продаются, вот, не здесь, а вот здесь, если что. Все, я прилетел его к его жене. Элли ее зовут, получается, квестовый персонаж. Так, давайте к ней обратимся. Отправляйся к Валере для разрешения задания, чтобы получить награду. Все, мы это сделали, теперь нужно возвращаться к Валере. Все, я наконец-то добрался. Давайте сейчас возьмем следующее задание. Так, это мы выполняем. Так, и вот письмо детей. Так, давайте посмотрим. Для выполнения задания необходимо приехать к Масе, другу Валеры, и забрать здесь письма, после чего привести их Валере. Все, я вроде бы добрался. Вот здесь находится этот Мася, которому нам нужно дать письма. Так, Мася попросил секретное слово. Отправляйтесь к Валере. Квадрат, короче, кодовое слово. Блин, ради этого я просто летел сюда. Не мог там позвонить мне по телефону, сказать это слово. Потому что, ну, туда-сюда. Сейчас обратно я лечу в Арзамас. Потом обратно придется лететь сюда, чтобы закончить задание. Все, я обратно прилетел сюда. Так,
Говорите секретное слово. Так, давайте напишем квадрат. Ну и куда мне его говорить? А, вот, все. Надо было проверить, не ставить. Так, вы успешно забрали письмо. Вы успешно забрали письма для Деда Мороза. Отправляйтесь к Валерии для завершения задания, чтобы получить награду. Все, как я говорил, нам просто нужно пиздовать назад, обратно. Так, все, я обратно сюда вернулся. Уже не знаю, в какой раз. Наверное, в 10-й, либо в 20-й. Сейчас, короче, посмотрим. Так, коллекционные мешки. Короче, здесь, по-моему, можно мешки эти как-то обменивать. Так, все. Получается, выполнил все задания. Молодец, ты очень быстро справился. Получается, да, я выполнил все задания полностью. Кстати, теперь новый инвентарь, он по-другому выглядит. Блин, золотая рулетка за 5 мешков, за 6 мешков. Так, был добавлен предмет золотая рулетка, чтобы... Ага, у меня... Я могу золотую рулетку получать, типа. Короче, сейчас будем выполнять еще эти задания. Я, блин, не видел, что он тут стоит, короче. Ну ладно, сейчас будем выполнять еще задание. Нужно только бензопилу купить. Так, все, я купил бензопилу, арендовал машину, чтобы быстрее все это было. И вон там нам нужно, короче, спилять елку или что-то типа такого. Так, вот у меня бензопила как бы есть. Она, кстати, даже замененная. Короче, нам нужно так ее дрочить, короче, и все. И у нас получается, она спиляется, да? Да, все, ее спилял, так у меня зеленая зона вылезла случайно. Все, теперь нам нужно к нему обратно идти. Кстати, елка, видите, на спину цепляется вообще. Это реально прикольно. Хреново то, что у меня вертолет пропал. Я не знаю, либо его кто-то спиздил, либо я не знаю, короче, либо он пропал просто. Все, закончил это задание. Давайте возьмем следующее. Нужна японская еда. Так, награда 2000. Выполнение задания необходимо купить мисо-суп в японском ресторане, привезти его Рикардо. И сейчас мы купим, или что там, суп надо забрать, по-моему, да? Либо купить этот суп надо. Сейчас, короче, разберемся. Вот сюда нам нужно было. Кстати, я не знал, что тут есть ресторан, типа. Хотя, может, это для квеста добавили, я не знаю. Все, теперь нам нужно возвращаться, получается, именно в Южный. Так, открываем вертолет быстренько пока. Сука, блядь, вот РВС, блядь, не вовремя ты, сука, блядь, произошел, нахуй. Ой, блядь. Короче, пацаны, как видели, вертолет пропал, и я решил по приколу покрутить рулетку, и мне выпало 5 лямов просто. Вот это мне реально повезло. Все, забираем, все, я забрал 5 лямов, пацаны. Просто на изи поднял 5 лямов, просто с ничего. Теперь у меня 13 миллионов. Все, наконец-то, короче, долетел. Я решил взять свой вертолет, потому что на машине прибываться, мне кажется, будет вообще не то. Поэтому сейчас закончим задание, возьмем следующее. Так, следующее задание — найти старого друга. Для выполнения задания необходимо поговорить со знакомыми Линкольна. Для того, чтобы их найти, используйте кнопку «Найти». Она отметит нужную позицию по уровню прогресса. Так, вот у нас получается первый человек, с которым нам нужно поговорить. О чем ему, с какой форме стоит, мне интересно. Уильям. Так, давай, Уильям. Так, давайте начнем найти. И теперь нам придется обратно куда-то лететь, далеко-далеко. Все, я наконец закончил данное задание. Я не стал вам показывать, потому что мне приходилось летать просто туда-сюда, бесполезной темой. Поэтому я решил вам не показывать, потому что там просто нужно летать по меткам. И я думаю, вы сами справитесь. Так, все, завершить. Последнее задание, так, помочь маме Рикардо. Для выполнения задания необходимо бензопила, купить ее можно в магазине механики. Привет, тебя, наверное, Рикардо отпослал ко мне. Так вот, раз ты уже согласился, то можешь брать свою бензопилу, нарезать. Что-то там надо, короче, нарезать. А как его резать? А, вот здесь, короче, окей. Ага, надо так просто дрочить эту хрень и все. Ну, короче, я понял, здесь ничего, короче, сложного нету. Блин, когда я говорил, что это не сложно, я очень сильно ошибался, потому что я думал, нужно чуть-чуть дров напилить. А нужно, блядь, было напилить 29 дров. И просто нужно было дрочить эту клавишу, чтобы все это как бы резать. Все, неужели наконец-то я выполнил все просто новогодние квесты? Так, все, я, пацаны, закончил, получается, да? Да, все задания я полностью выполнил, прям абсолютно все. Ну что ж, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если что, этот ивент будет проходить до 15 числа, поэтому кто еще не выполнил эти задания, то у вас как бы еще есть много времени. Поэтому советую всем их пройти. Данное видео я снимал почти 2 часа и монтировать его буду примерно так же. Поэтому, пацаны, не ленитесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Можете вводить мой ник при регистрации, можете также вводить мой промокод на 6 уровне. Все есть в описании, заходите играть на родину. И всем пока-пока.